Hello, здравствуйте, с вами Twix и старая рубрика, которая была сильно обновлена. Выбери правильный сундук с подписчиками. Вот подписчики, кстати, тут Марк и Мурзилка. Да, можете сказать привет. Да, привет, привет. Да. Давно меня очень видео не было. Да. Вот решил посетить. Он посетил. В общем, рассказываю правила, участники уже знают. Здесь находится 12 сундуков, если не ошибаюсь. Да. За каждым сундуком находится табличка, которая будет давать какое-нибудь задание. Может, не за каждым, но за большинство сундуков точно. Если эта табличка делает так, чтобы вы каким-то образом вылетите, то вы вылетели. Все, вы забираете все награды, которые до этого вы могли забрать, и дальше вы уже не можете продолжать. Также есть таблички, которые вы можете выбрать, чтобы кто-то из участников вылетел. То есть это не голосование. Вот чисто, например, Арис выбивает сундук, за которым табличка «Выбери участника, который вылетит». Он берет и такой, например, «Can, can't, BG, ты вылетаешь». Все, он вылетает. И, кстати, Арис у нас суперучастник, он может забрать один сундук себе и табличка, которая за ним. И может один сундук отдать участнику, и табличка, которая за сундуком, участник должен уже сам распорядиться ей. Итак, Арис, начнем с тебя, ты суперучастник. Один сундук тебе, первый сундук тебе, выбирай. Второй сундук отдаешь участнику. У меня есть монетка с прошлого видео, хочешь, я ее подкину? Так. Интересно. Смотрим, смотрим, смотрим. Он думает, видимо, он будет выбирать между желтым, оранжевым, правый, левый. Итак, что ты хочешь выбрать? Ты хочешь выбрать вот этот сундук, да, правильно? Ага. Так, ну, сначала покажу, какие тут награды, и прочитаю тебе табличку. Отдай, что у тебя в руках, и забери награду. У тебя ничего в руках нет, да? О, повезло, повезло. Повезло, у некоторых тут хлеб. Ладно, а все отойдите, все отойдите, все отойдите, отойдите, Ари забирает награду. Повторяю, вот такая награда, показываю. Так, опа, это твое, забирай. И следующий сундук ты отдаешь кому-то. Кому-то, отдавай сундук. Ты должен показать мне сундук, который ты хочешь отдать кому-то. И выбери ник, только кроме Мурзилки, Марка и меня. Вот это, да? Вот этот. Ты уверен? Ребятки, я вроде бы помню, что здесь, и сейчас может кому-то не повезти. Уверен в этом сундуке? Верхний зеленый, верно, да? Верхний зеленый. Вот этот. Вот здесь вот такие награды, и сейчас я читаю табличку, которая там. Так, а кому, кстати, стой, кому ты отдаешь, Арис? Какому-то из одному из участников. Арис, давай Канту. Да, он сам выбирает. Это какой-то вояка, не надо ему. Ему, да? Рета Серту. Если да, помахай головой. Угу. Короче, Рета Серт, вроде как ник правильный. Выбери участника, который окончит игру, вылетит. Кроме Ариса, меня, Марка и Мурзилки. Ты должен прямо сейчас закончить игру какого-то участника. Я не ожидал, что этот сундук выберет Арис, и что именно на начале вылетит один участник. К сожалению, кто-то сейчас покинет игру. Просто мы с Арисом очень похожи, мы его с Арисом вместе выбираем. Один и тот же сундук выбрали. У меня вылетело. Как раз можешь выкинуть того, кого вылетело. Арис, выбрасывай его, Арис, выбрасывай. Ты хочешь выкинуть кота, да? Если да, напиши в чат. Вот, и, кстати, награда вот такая у тебя будет. Я, кстати, специально позвал людей, которые не дюперы, либо имеют не суперсильные награды на острове своем. Икс, поэтому... Кан Кент победил. А где Рета Серд? Он победил. Нет, он вышел. Видимо... Может, крутой кот вышел. Он тэпнулся. Он хотел, вышел. Он тыкал и тэпнулся. Нет, он не мог победить. Так, Рета Серд. Давай, иди. Ты, видимо, тэпнулся, я не знаю. Это не в счет. Если бы он умер именно по заданию, либо каким-то по тупости, я не знаю, кто-то его выкинул, либо он упал куда-то. Ребят. Итак. Кто станцует танец, тому скажу, где самый крутой. Так, Мурзилка, не мешай. Рета Серт, ты выкидываешь кота или Кен-Кента? На кого ты будешь смотреть в течение 3 секунд, того и выкину. Либо ты хочешь написать. Похоже на кота. Если да, помахай головой. Вот ее выкинуть, да? Угу. К сожалению, она вылетает. Понятно. Что ж, мы продолжаем игру, только ты сначала забери награду. Так, все отойдите. Рета Серд, подойди. Подойди, чтобы забрать награду. Вот она твоя. Забирай. Так, хорошо. Арис, ты уже чисто наблюдаешь, у тебя нет выбора. Кент, ты видишь, как игра начинает просто обороты такие? Серьезный. Поэтому твой выбор сундука. Задание тоже должно быть за ним. Может, а за одним сундуком вроде бы нет задания, ты просто забираешь награду и все.
Это и хорошо, и плохо. Выбирай, выбирай те, которые еще не выбирали. Сундуки. Итак, подумай, есть фиолетовый, есть зеленый, есть оранжевый. Ну, желто-оранжевый. Подойди к сундуку, смотри, чисто тыкни на него. Смотри, Твикс любит оранжевый цвет. Я давай люблю оранжевый, зеленый. Почему ты думаешь, что я люблю оранжевый? А Эмнодрант любит оранжевый, а я люблю зеленый. Давай оранжевый. Вот этот сундук, оранжевый. Верхний. Итак, читаю тебе сначала. Выбери участника, который пропустит ход. Ну, к сожалению, у нас один участник остался, Ретасерт, и чисто он пропускает ход. Кстати, где он? A few moments later. Итак, мы вернулись с участником, которого почему-то выкинуло. Это технические шоколадки. А ты должен был уже выбрать сундук. Выбирай, какой-то. Какой-то один из сундуков. Это забавно смотреть, как решаются судьбы игроков. Так, задание сундука. Просто забери награду. Вообще, крутая табличка. Так, все отойдите. Кстати, я хочу показать награду. Вот такая награда. Достаточно неплохая, кстати. Забирай, 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 забирай. Хорошо, ты уже один раз дал возможность пропустить ход Ретасерту, поэтому сейчас его ход. Выбирай, Ретасерт. Я не знаю, как тебя назвать, короче, ты будешь вояка. Вояка, выбирай. Нижний зеленый. Люблю зеленый, мне самому интересно, что там, я не помню. А, тут вообще ничего, значит, ты тоже просто забираешь награду, да. Вот такая здесь награда. Так, мне надо как-то сломать. Забирай, это тебе. Хорошо, хорошо, игра нормально уже идет. Кент, твоя очередь, твой ход. Твоя очередь, выбирай. Угу. Нижний синий. Ладненько. Нижний синий. Ты должен прыгнуть в лаву на входе. Кент. Или это кто это был? Это ты был, да, Кент? К сожалению, тебе нужно это сделать. Прыгай. Да. Ретасерт, я тебе дам еще потом ходы. Нет, именно прыгай, прыгай. Ты должен именно прыгнуть, ты не должен в ней сгореть, ты должен прыгнуть в нее. Что-то пошло не по плану, иди сюда, тебе нужно было в нее прыгнуть. Вот прыгай в лаву. Прыгай, вот именно... Хопа, опа, 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 видали, что там? Посмотрим. А тут ты получаешь 60 кубов. Опа, я люблю неожиданные повороты. Да, это было задание с подвохом. К сожалению, ты уже не можешь выбирать никакой сундук. Но, в принципе, ты забрал главную награду, это кубы. Я тебе потом задоначу, это будет в конце видео. Но, Ретасерт, ты хочешь продолжить поиграться с Арисом? Сундуки есть, мне награды некому отдавать, поэтому... Хочешь с Арисом поиграться? Хорошо. Арис, тогда получается... Нет, сейчас ход Ретасерта. Ходи. Вояка. Что вы сделали? Можно наблюдать? Да, конечно. Только тебя надо как-то выкинуть оттуда. Так, это видимо, была подсказка от Марка и Мурзилки. Я не знаю. А Марк точно не знает, что в сундуке. А Мурзилка, да, в этом сундуке он тоже не знает, что он находится. Ретасерт, ты выбираешь этот сундук. Ну, ладно, по подсказкам наших... зрителей и друзей. Отдай этот сундук участнику, а сам перевыбери. Арис, поздравляю, тебе халявные ресы. Так, вот такие ресы. Так, отойди, пожалуйста, Ретасерт. Иди выбирай сундук, а Арис забирай этот. Перевыбирай сундук. Тут остался один зеленый, три синих и два желтых. Какой ты хочешь выбрать? Может, ты хочешь забрать зеленый все, чтобы уже было прям ноль сундучков? Мне кажется, так и есть. Хорошо, смотрим. Игра окончена для тебя. Ква. Но ты должен забрать сундук. Держи. Марк, а все отойдите. Чё вы там... Что там, медом намазано? Чё вы лезете? Арис, ты вроде как ничего не смог открыть. Хорошо. Игра, в принципе, окончена. И все участники повылетали. Я предлагаю, знаете что, супер игра. Супер участник с двумя зрителями. То есть Марком и Мурзилкой. Хотите сыграть? Да, пошли. Получается, сейчас Арис выбирает, потом, наверное, Мурзилка, а потом Марк. Арис выбирает сундучок. Верхний желтый. Хорошо. Читаем, что там. Пронесло. Фух, просто забираешь награду. Вот такая награда. Кстати, в этот сундук я положил, да, аметистку. Ну, почти фул. Дальше Мурзилка выбирай. Выбирай сундук. Так. Смотрите сюда, учитесь, два бота, учитесь. Давай. Он не знает, что в каком сундуке. Я ложил ресы, он мне их давал. Он, кстати, спонсор этого видео.
Ну, хочу в плане ресурсов. Ну, хочу вот ну, он не знает, хочу. Что я вот это чувак. Ну, хорошо. Я чувствую, что хочу. Кукарекай 5 секунд и можешь забрать приз. Ты издеваешься? Нет, там, опять? Там так написано, кукарекай. Я хотел забрать этот сундук, но морозилка меня спас. Спасибо. Давай, давай, у тебя как раз микрофон включен. Кукареку! Кукареку! Кукари, Маркетин, это круто. Выразительней, больше страсти, давай. Давай, больше. Иди сюда. Давай, давай, не можем. У меня он подлагал, надеюсь, все было круто. Ладно, держи, держи просто. Это все тебе. Так, Марк, это твой выбор. Бонус, осталось всего три сундука. За каждого по сундуку. Ну, мне страшно, но я люблю оранжевый, так что давай оранжевый нижний правый. Дополнительный ход. Получается, не все заберут по сундуку. Марк заберет два. Держи. Это все тебе. Так, еще осталось два сундука, и ты можешь выбрать... А, стоп. Ты должен, ну, ты должен прыгнуть в лаву. Кстати, кто прыгнул в лаву? Кен-кен. Я забыл тебе отдать награду, вот. А. Да, он прыгнул в лаву раньше времени. Кен-кен, подойди, пожалуйста. Какой ты выбираешь, Марк? Голубой или зеленый? Какой ты выбираешь, вот этот сундук или вот этот сундук? Я думаю, из этих двух сундуков мне больше симпатизирует фиолетовый, так что давай его. Ну, вот этот награда Кен-кента, поэтому пусть он заберет, это его. Да, забирай, забирай, твои. Так, а чисто у тебя осталось вот это, и я думаю, там есть строительные блоки, поэтому... Ничего. Тебе это пойдет. Так, мурзилка! Кто ты, Борюха? Пока. Стой! За ним! Догоняй вора, стоять! У него полет, у меня нету полета на этом аккаунте. За ним! Арис, в погоню, быстрее! Быстрее! Не, отстань! Там был гравий! У меня одно хп, отдай ему гравий! В принципе, Мурзилка забрал за свои награды, которые дал до этого видео. Короче, они там разберутся. А сейчас я задоначу Кен-кен, то да, потому что он выиграл 60 кубов. Так, ребятушки, вот победитель KentKentBG, вот его ID. Я доначу через ID, чтобы не было предположения, что я скамер или кто-то такой. В общем, вот, через ID ввожу свой гистер-код. Кстати, вы тоже вводите, если будете донатить, у вас ничего не отнимается. Мне немножечко гекубов дают разрабы. С 60 гекубов мне дадут 3 гекуба на мой основной аккаунт. T4X, все, поддерживаю, 60 гекубов, донат сейчас пройдет. Але, оп, обработочка идет и... Та-да, платеж выполнен. Все, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Фикс. Всем удачи, всем пока.